Всем привет! Финский парень Ли Кей снова здесь. И сегодня мы проходим новую игру. Точнее, мы не просто ее проходим, а сегодня будет необычное прохождение. Значит, один из моих как бы зрителей под YouTube псевдонимом Тиеро прислал мне, кстати, уже давно свое прохождение игры Chip & Dale 2. Но заядлые просматривальщики, да, моего канала знают, что эту игру я уже проходил. И в чем же тогда прикол? А прикол, как вы видите, в том, что это спидран, это прохождение на скорость. Просто прохождение без остановок, как можно быстрее, на время, если хотите, да, пройти эту игру. И вот, собственно, мы его наблюдаем. И пока вот я... Значит, говорил всю эту прелюдию, пол игры уже было пройдено, точнее, первого уровня. И, блин, давайте просто наслаждаться этим быстрым прохождением, смотреть на Чипа, который объелся витамина, и теперь его прет по полной. И вот он уже, Вжик налил ему ванну, Руфус, или как там его, Рокфор, точнее, да, покормил его пиццей, и вот уже первый босс, пока я с вами говорил тут, да. Ладно. Ну чё, всем привет, еще раз. Давно не виделись, все дела. Значит, хочу сразу перейти к небольшим таким делам, которые я вот для вас, скажем так, придумал. Ну, не то, что для вас, а просто для нашего общего блага, то есть... Как я понял, многим нравится смотреть эти прохождения, многим нравится пить чай, многим нравится заправлять свою майку в трусы. И поэтому вот что я придумал, чтобы прохождение... Но немногим нравится, что прохождения не так часто выходят. Блин, это на самом деле в последнее время для меня стало сложнее в силу отсутствия свободного времени. Ну, точнее, в силу его присутствия, но в меньших количествах, чем раньше, да, скажем так. Вот, и поэтому что я предлагаю? Вот как сделал Тиеро, он сам прошел игру и просто кинул мне ее, чтобы я сделал озвучку. И все, это очень просто, да? Для меня, по крайней мере. То есть, если вы сами проходите какие-то игры, неважно, они 8-битные, или с PlayStation, или с персоналки вообще игры, или еще что-то, и записываете это, то присылайте мне файлы, заливайте их на sendspace.com или на ergost.ru, да? И я буду их скачивать и делать, значит, комментарии. Вот. Если это будут длинные прохождения, то мы будем разговаривать как обычно. То есть про жизнь, про какие-то там книги, кино, фильмы. Ну и все, что сопутствует игре, да. Если это короткие прохождения, вроде этого. Потому что это прохождение идет 20 минут после моих полуторачасовых, значит, прохождений. В принципе, это очень быстро. Поэтому тут особо я даже с вами поговорить не успею. Тут даже больше по игре можно будет говорить. Хотя тут тоже она настолько быстрая, что сложно что-либо прокомментировать. Вот, и значит, если прохождения короткие, то буду больше по прохождениям говорить. И вот, что я хотел главное сказать. Ну, вы уже смотрели мой обзор Call of Duty Black Ops. И там я, значит, ну, просто начал ознакомливаться с игрой. Ну, и попутно это дело все записал, да. И я вам говорил, что буду записывать матчи и делать на них комментарии. То есть, ну, не просто вот как я раньше, да, делал, мол, там, про жизнь рассказывать и про все остальное. Это я буду в таких более длинных, да, прохождениях именно делать. А вот такие, типа, матчи Call of Duty я буду больше описывать сами матчи, тактики, стратегии, там, использование оружия разного, перков, киллстриков и вот прочей такой вот ерунды Call of Duty-ской. И вот что я хотел сказать, если кто-то из вас тоже играет в Call of Duty, неважно какое, Black Ops, Modern Warfare, Modern Warfare 2 или World at War, мой английский, да, то если вы записываете это, присылайте свои видео с матчами, если, конечно, сами не хотите комментировать, да, то я буду их комментировать с удовольствием. И самое, что вот я хочу сделать... Было бы классно, если бы мы бы могли бы делать такую серию, ну, кто смотрит заграничные ресурсы, тот знает, есть такие серии типа Top 5 Plays, то есть, например, делаем, например, каждую неделю топ из 5 игр, и как бы каждый топ посвящен чему-то, например, топ 5 там фейлов в Call of Duty, или топ 5 убийств ножом, или топ
5 убийств снайперской винтовки или топ-5 там, например, киллстрика, ну, кто вот за короткое время, там, например, 5 человек убил там с одного выстрела, и все так, о, круто, да. Топ-5, не знаю, там еще чего может быть. В общем, разные топы можно делать. И если вы записываете свои игры, то и вот именно вот эти моменты, где вы считаете, либо это мега вы крутое убийство сделали, либо вы сделали там, не знаю, ну что-то, короче, мега крутое, или мега фейл какой-то сделали, да, это тоже круто на самом деле, то присылайте эти видео, тоже заливайте на SenseSpace, кидайте в личку мне ссылки, и я буду делать, если видео будут набираться, сколько нужно, да, каждую неделю, то хотя бы давайте попробуем хотя бы одну неделю, там, ну, я дам вам время какое-то, там, ну, допустим, 2 недели, чтобы собрать 1 неделю из 5 топов каких-то, да, ну, из 1 топа с 5 играми какими-то, да. Вот, и давайте попробуем, может, что-то из этого выйдет, а может и не только Call of Duty, может, еще и другие игры, не знаю, пишите в комментарии, предлагайте свои идеи, давайте разовьем как-то эту тему, потому что я смотрю, у америкосов там у всех, у них давно это уже практикуется, и видео им там тоннами просто шлют, и все такое. Если вот у нас даже проблема в том, что, ну, capture-карта не у всех есть, пишите прямо вот с фотика, как вот я завтра, я, скорее всего, завтра сделаю уже матчи по Call of Duty для вас запишу. И я тоже пишу просто пока что с телека. Скидывайтесь мне на эту самую, на capture-карту. Ну, конечно, это я не прошу, это так. Кто хочет, если есть желание, в личку напишите, а там уже поговорим, да. Вот, и, блин, просто с фотоаппаратом, прямо с телевизора снимайте, значит, видео и присылайте мне. А если вы играете в Black Ops, то там еще проще. То есть там не нужно каждый матч записывать. Достаточно просто играть, играть, играть. И если вы увидите, в каком-то матче вам что-то запомнилось, там же есть Theater мод. Игра записывает сама все ваши матчи. И потом вы можете отматывать в Theater моде на нужное место. И, значит, это место там фотиком с телевизора снимать или камерой и мне потом присылать. Вот, и... А для тех, кто, значит, я уже сказал, играет там, как я, любит там на 8-битке поиграть, или на PC какие-то игры проходит, или на эмуляторах там Neo Geo или MAME, то есть, да, какие-то битэмапы, файтинги, присылайте мне, и если есть желание, да, я буду комментировать, то есть будем показывать друг другу игры, будем про них разговаривать, вести дискуссии в комментариях, и все будет круто. Вот, ну вот, собственно, все, что я вам хотел сказать по, значит, такой, скажем так, технической части, то есть что нас ожидает в ближайшем будущем. Если будет все идеально и так, как я задумал, если еще вы подключитесь, буду рекламировать ваши каналы, буду писать, кто это мне прислал, и буду говорить, конечно же, и все такое. И если вот все пойдет, как я планирую, то... Ну, я и сам, конечно, буду что-то проходить, да, по мере возможности, да, по мере свободного времени, и делать комментарии на свои какие-то прохождения, на свои матчи в Call of Duty Note, которые я завтра буду делать. Но если еще вы будете присылать мне игры, и, блин, я смогу комментировать, ну, это вообще тогда просто будет идеально. Ну, вот это то, что было бы круто. То есть наша комьюнити тогда разовьется, она станет еще больше, больше людей захотят увидеть свои какие-то достижения в топ-5, да, и все остальное, и будем развиваться потихоньку. Так что давайте, все мои друзья, любители чая, любители заправления, блин, дай бог вы говорить. Короче, любители заправлять майку в трусы, посмотрите это видео, садитесь за свою консоль, садитесь за свою персоналку, садитесь за свои любимые игры, запечатлите все это и присылайте мне, заливайте в интернет и, значит, мне присылайте ссылки и будем делать. Вот. Между тем, проходим босса Страуса в башне с часовым механизмом, все дела. Ну что, 10 минут уже практически, вот 9 минут игры из 21 минуты мы уже прошли. Ну давайте поговорим тогда, не знаю... Давайте о книгах тогда поговорим. Вот из последнего, что читали, кто что читал. Я читал из последнего, значит, из художественной литературы. Я читал Курт Воннегут «Сирены Титана». Очень рекомендую, просто очень. А из такой, как бы, более научной я читал Эрих Фромм «Иметь или быть». Вот это то, что мне запомнилось. Еще я читал
Пол Кругман «Великая ложь», но понял, что это не мое, и где-то посередине бросил, да. То есть мне оказалось неинтересно, там политика Джорджа Буша. Так, мне звонок. Сейчас отвечу на телефон. Алло, все, так, на звонок я ответил, и продолжаем нашу игру. Вот, значит, да, Эрик Фромм, «Иметь или быть». А Пол Кругман, я читал «Великая ложь» и понял, что мне неинтересны книги там про политику, типа, как там Джордж Буш тратил на войну деньги, а вот народу ничего не оставил, бла-бла-бла. И бросил его посередине тоже. Кстати, я про Теслу тоже, вот то, что читал, Тесла и его «Дьявольское оружие». Блин, прикольно, но тоже до середины, потому что там уже начинают повторяться очень сильно, и там уже не про Теслу пишут, там даже уже почти что после начала книги, а про Харп, типа про эту установку, которая в Америке там есть, которая с понтом разогревает атмосферу, и поэтому у нас такая жара, и поэтому дожди, и все, что хочешь, и землетрясения и прочее, да. Вот, и значит, очень вам советую Курт Вонигут, «Сирена Титана». Классная фантастика, с кучей смыслов, с кучей, там, с интереснейшим сюжетом. То есть на каждой странице происходит какой-то экшен с отличным повествованием, с запоминающимися персонажами и все такое, да. Там даже под конец книги просто, ну вот как во многих книгах, типа вот мы вам объяснили смысл жизни, и смысл жизни заключается в том, что... И ты вроде прочитал его, но толком так и не понял. Ну, как бы все так абстрактно, все примерно, все так расписано, да. А там прямо под конец книги курсивом прямо обозначено смысл жизни, и там несколько предложений. И настолько точно все сказано, что я бы вам это даже сейчас процитировал, но не хочу портить вам впечатление просто от сюжета. Ну, то есть, если вы заранее будете знать, да, про это, будет неинтересно читать. Поэтому очень вам советую прочитать «Сирены Титана». Я прочитал эту книгу, там где-то 250 страниц за 2 дня. И то, в первый день я прочитал 220 страниц, и у меня уже просто глаза заболели, и мозг уже не очень хорошо работал, да, от этого. И то есть, чтобы, ну, переварить книгу, я оставил еще 30 страниц на завтрашний день, и просто с утра проснулся, дочитал и обалдел. И опять надо было идти спать. Ну, то есть, я всегда говорю так, что если читаешь хорошую книгу или хороший фильм, и когда книга подходит к концу или заканчиваешь просмотр фильма, и он мега крутой, то нужно в этот день все идти спать. Больше ничего делать нельзя, чтобы впечатление хорошее осталось. Ну, естественно, утром я не мог заснуть, к сожалению, но все равно это было очень круто. Поэтому всем вам советую. Вот, а вторую книгу советую, Эрик Фромм. Я уже советовал вам как-то Эрик Фрома, только это была книга «Человек для самого себя». А сегодня я вам советую, надеюсь, кто-то прочитал «Человек для самого себя». Советую, значит, «Иметь или быть». Ну, просто очень круто. Она небольшая книга, не такая толстая, как «Человек для самого себя». Там где-то, значит, «Иметь или быть», там 200 или 300 страниц, не помню, где-то так. И то есть там объясняется, как бы, два модуса существования человека. Либо мы существуем в модусе «иметь», либо мы существуем в модусе «быть». То есть либо мы, для нас первичнее это иметь что-то, и мы как бы самоидентифицируем себя через вещи, которые у нас есть, через предметы, да, даже через людей, которых мы знаем, либо мы себя идентифицируем через то, что мы на самом деле есть сами по себе, без этих вещей, то есть как мы есть, да, на самом деле, то есть быть. Там очень, ну, все это круто расписано, естественно, и, кстати, Эрик Фромм — это тот человек, с которого пошло определение нашего современного общества, а именно общество потребления, да, то есть этот термин «общество потребления» ввел именно никто иной, как Эрик Фромм. К моему удивлению, кстати, я только сегодня узнал, почитал там про него немножко и вот узнал эту тему.